Казённый сад. Вот у нас казённый сад. На egrep365.ru публичная кадастровая карта, как странно, граница обозначается. Ну, в общем, куда бы мы ни наводили мышкой, везде одна и та же площадь. 206 098 квадратных метров. Вот, и везде один и тот же кадастровый номер. Ну, вот, кадастровый номер копируем и вставляем в Росреестр. Вот, вставить кадастровый номер, только находим его. Вот, казенный парк, он есть. Кадастровая стоимость 1 рубль. У уточненная площадь 206 098 квадратных метров. Вот. Так, смотрим следующее. Парк аттракционов. Улица Роза Люксембург, улица Войкова. Это, скорее всего, парк, который раньше был парк Гагарина, завода Войкова. Вот он, Роза Люксембург, вот улица Войкова. Вот Гагаринский парк, это обозначено на публичной кадастровой карте России egrep365.ru. Вот отделение полиции, она откадастрирована, это земля. Берем кадастровый номер, копируем адрес ссылки и вносим на публичную карту, которую рекомендовал у нас Гуськов. Вот так мы ввели. Надо ввести без электронного адреса. Вводим и видим. Вот правильно, улица Роза Люксембург 2. Это вот полиция. И где здесь Гагаринский парк, а именно парк, который назван был как парк аттракционов Роза Люксембург, улица Войкова. Да. Тут, в общем, непонятно. Вот отделение полиции. Вот это вот все парк, или только вот эта часть парка, тут тоже непонятно. Смотрим парк с Кассией Фонтан. Вокзальное шоссе, речка Мелек-Чесме. Публичная кадастровая карта. Сначала пробуем, тут привычнее, самое главное, что тут удобные вкладки есть. egrep365.ru. Вот, с Кассией Фонтан. Найти. Ну, в общем, нет ничего тут. Хорошо, отправляемся на публичную кадастровую карту, которую рекомендовал Гуськов. Парк с Кассией Фонтан. Тоже ничего нет. Ну, где-то примерно это должно находиться где-то в районе Мичурина. Мичурина, и дальше идет речка Мелек-Чесмен. Ну, в общем, тут нет ничего. И ладно, это какие-то отдаленные места в городе. Вот возьмем, к примеру, вот Кирова 5, там, где уже ЖКХ находится. Там вот написано «Сквер Центральный 2». Так, копируем, копируем, переходим вот ближе Кирова 5. Вот адрес. Вот Святитель Лука, присоединение Крыма к России, памятники Якорю. Вот, смотрим, где это примерно находится. Тут не откадастрировано. Сейчас посмотрим ближайшие. А ближайшие откадастрированные здания, это у нас как раз таки Кирова 5. Вот Кирова 5, копируем кадастровый номер, переходим на публичную карту, которую рекомендовал Гуськов. Ищем Кирова 5. Вот Кирова 5 у нас. И опять-таки сквер номер 2. Где он идет, этот сквер номер 2? Как он проходит? Куда? В море, может, уходит? Неизвестно. Вот где-то здесь сквер номер 2. А может, здесь сквер номер 2. А может, он вообще в другом месте.